Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Самуннитам Си Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джанна Самаюктам Биндаванам Манухарам Панчакалпатаруашакипасиндхубевача Патитананг Павунибха Вишнавибхьо Намо Намаха Муканкароти Вачаланг Пангунгланг Хайтигрин Яткипатамаханг Банди Парамананда Мадавам Бриндавай Тусидепуй Явай Кесава Свача Кришна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Варуна Дейям Сада Парибхавагна Мавишта Духам Тетас Падам Сива Виринчанатам Сараньям Витаттихам Панатапал Бхабад Дипутам Банде Махапурушате Чарна Равиндам Ят Пада Паллавана Качандамани Чатай Висхуриджита Гамбипикапавадушвадрс, Пурна Нурагара Сусагара Сарамурти, Сарадхиками Кадакипан Курс. Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда, Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Рама Харе Аджануламбита Бхуджаву Канака Бодату Шанкиртануй Капитару Камала Айатакшу Вишамбару Диджавару Джугадхарму Пару Банде Джагат Приякару Каруна Бхутару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пада Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхаван Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманамга Мада Пхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джоша Бадане, Лакшмир Джоша Чавакшаши, Джасяс Тейде Самби, Вам Нисинга Махам Бхаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Рам Рам Хари Хари
Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarabhaguna istatra samasati sura haro abhakta sukuto mahadguna manorathena sato dhavato Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarabhaguna istatra samasati sura haro abhakta sukuto mahadguna Manorathena sato dhavato vahi. Gaudiya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told, Gaudiya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что не может оставить нам никаких денег. Гаудия Гоштипати Сисил Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад. Парамхамса Джагадгуру сказал, что не может оставить нам никаких денег, поскольку если он так сделает, то тогда мы будем чувствовать себя беззаботно и обленимся. И вот лучше он говорит, что если возьмет в долг у кого-то, чтобы совершить Гуру Гауранга Севу, и мы должны будем что-то делать, чтобы выплатить этот долг. И вот мы должны что-то делать, проповедовать, заниматься какой-то деятельностью, чтобы отплатить этот долг. И вот Шрила Прабхупад говорит, без Нишкинчана Бхава, Бхагават Бхаджан невозможен. И вот если различные виды анартх там, нет Нишкинчан Бхавы, значит, какой-то интерес, какой-то анибхилас. Нишкинчан значит, нет анибхиласа. Нишкинчан значит, в нашей жизни только наша жизнь и душа, наша цель — это Бхагаван. Если Лабха Пуджа Пратишта — это наша цель, цель Харикатхи или все, что мы думаем, то тогда Нишкинчан Бхава не может прийти. И без Нишкинчан Бхава Бхагават Сева невозможно. Без Нишкинчан Бхава Бхагават Сева невозможно. И что говорить о Рагануга Бхаджане, Рупануга Бхаджане? Даже Харибхаджан невозможен без Нишкинчан Бхавы или Юсима. И Кришна Бхаджан, если кто-то под именем Кришна Бхаджана совершает Нараян Бхаджан или еще что-то, но без Нишкинчан Бхавы даже Нараян Сева невозможно. В Кришна Бхаджане нет Анибхиласа, ничего не может быть. В этом большая проблема. Тот, у кого есть Акинчана Бхакти, значит Нишкинчана Бхакти. Все полубоги, они помогают нам, когда у нас есть такая Кинчана Бхава, поскольку те полубоги сначала будут пытаться нас проверить, когда кто-то принимает саньяс или какой-то отреченный уклад жизни. They are testing us. Always going to oppose.
И вот эти полубоги пытаются постоянно мешать, чтобы мы отклонились и обеты нарушили. Может, эти соблазны прийти в форме денег, красивых женщин, положение в обществе и прочих вещах. Майя-деви может отправить различные привлекательные вещи. И вот полубоги, когда вы входите в отреченный уклад жизни, то так полубоги все какие-то проблемы посылают нам. Бхагаван Си Кришна говорит Удаве: «О, Удав, когда кто-то принимает отреченный уклад жизни, то полубоги становятся очень обеспокоены». Почему? Потому что они думают, что этот человек, совершающий харибаджан, значит, сегодня или завтра он игнорирует нас и достигнет Галуки. Сейчас все существа, они находятся под контролем Майи. Я говорил в тот день, все различные титулы. Все это дано Майи. Кто-то думает, что он адвокат, профессор, математик, ученый или еще кто-то. Тигр думает, что он тигр. Кот, что он кот, все это под влиянием Майи. И те, кто достигли уровня Парамхамса, они могут видеть все, везде души. Они не будут видеть отождествлений, отождествлять кого-то с чем-то, они будут видеть душу в каждом. Куда бы они ни смотрели, они в каждом видят душу в связи с Бхагаваном. И все бесконечные миры, они полны души Атмы в тонком виде. И как эта душа входит в тело человека, мужчины или женщины? Вот, точнее, душа в форме семени, значит, в форме зерна, из зерна создается семя, и вот оно в форме семени из мужчины входит в тело женщины, и там развивается в плод и рождается ребенок. Вот душа в форме, начало душа в форме дождевой воды, дождя, капель дождя, она падает на землю, так зерно произрастает благодаря этой воде, и вот через зерно идет мужчина, и благодаря зерну у них образуется семя, и это семя потом входит в чрево женщины, и рождается ребенок постепенно. Вот Анна, здесь не только рис, а зерно, в общем, это общий термин, он не только рис, а общий термин, даже более обширная еда. Когда тигра плоть, это его еда, это капидовая для коровы, трава для
людей думают, что рис или зерно или еще что-то, что-то зерно бобовое, так в целом еда, ну, еда значит не столь неограничена этим зерном. И вот Парамахамса всегда, куда бы он ни смотрел, он не видит мужчин, женщин, он всегда видит душу. Атмавасти медам сарвам. Везде он видит душу. И вот Парамахамса, куда бы он ни смотрел, он все видит в связи с Бхагаваном. И те полубоги, они не сиддха-махатмы. Все полубоги, мы думаем, что Индра Варун, что из этого? Индра Варун, они не сиддха-махатмы. Они в обусловленном состоянии. Они могут прийти и получить даршан Шрилы Прабхупады. Полубоги не значит, что они свободны, они тоже обусловлены, может, по своей удаче они родились в форме полубогов, но в следующей жизни что будет с ними, неизвестно. И когда бы мы в тот момент, когда мы почувствуем, что все не вечно, что все не вечно, нестабильно, что мы можем в любой момент уйти из этого материального мира, кто будет жить здесь? Все временно. Ничто не вечно. Вот сегодняшнего дня, через 100 лет, все люди, ну, поколение сменится, даже два поколения. И вот они так их тела сольются с природой буквально. Все эти первые элементы, из которых создано их тело, они все растворятся, вода смешается с водой, огонь с огнем, земля с землей и все остальное также. И в тот момент, когда мы осознаем всем сердцем то, что все не вечно, мы вынуждены будем оставить этот мир, то тогда мы не почувствуем никакой радости. И поэтому преданный Нишкинча, значит, у них нет веры ни в какие материальные вещи. Ни деньги, ни ничто остальное. И их единственная вера — это Бхагаван. Единственное, что они верят, это в Бхагавана. Лотос стопы Нитянанды. The lotus feet of Nityananda,
Они вечны, мы должны верить в это. Лотосные стопы Нитьянанды, они вечны. И слуги Нитьянанды, они тоже присутствуют вечно у лотосных стоп Нитьянанды. Лотосные стопы Нитьянанды, они вечно присутствуют. И И Нишкинчан, тот, кто имеет веру, тот, кто верит только в Нитьянанду и в гуру, в Баларама, а не Нишкинчан, а другие нет. Без Нишкинчан Баба Кришна Баджан невозможен. И вот карма-мишра бхакти может у нас быть. Кто-то говорит, что мы не совершаем бхакти. Но что я говорю? Какие-то кто-то из вас совершает карма-мишра бхакти, кто-то гьяна-мишра бхакти. Кто-то различные виды бхакти совершает. Но в итоге то акинчана бхакти, оно редко. Акинчана бхакти в раджаваси, но обычно не говорите, что если я стану акинчан бхакти, то тогда я буду служить как в раджаваси. Нет. Пытайтесь понять. Если я стану акинчан, это не значит, что я могу служить как в раджаваси. Акинчана бхакти — это основная форма. После акинчана бхакти, какой вкус мы будем чувствовать под руководством какого-то конкретного раджаваси, его настроение с собой. Если вы вдохновились каким-то раджаваси, можете пытаться следовать ему потом. Вопрос Рагануга Бхакти возникнет. Рагатмика Бхакти. Рагатмика Бхакти значит особый вид бхакти, который мы можем найти во Враджаваси. Я не говорю Рагануга, пытайтесь понять. Сейчас я говорю Рагатмика Бхакти. Рагатмика Бхакти. Возможно. Мы можем найти только в тех враджаваси. Рагатмика бхакти. И те, кто следует конкретным враджаваси, кому нравится то бхакти, то настроение сева, это называется рагануга. Рагатмика бхакти доступна в враджаваси, а если мы следуем какому-то враджаваси, пытаемся совершать подобное служение, показано им, это называется Рагануга Бхакти. И вот я не говорю, что Акинчана Бхакти, совершая, станем Раганугой. Нет, Акинчана Бхакти — это нечто обычное. И потом, если вы чувствуете какое-то влечение конкретному Раджаваси и его конкретному служению, то тогда вопрос Рагануга Бхакти может возникнуть, а до этого нет. Когда кто-то развивает акинчана бхакти, то автоматически все полубоги, они помогают ему. Но перед тем, как достигнуть акинчана бхакти, все полубоги, they can fight with you. They can come in different form.
они будут пытаться мешать вас, вам. Придут в различных формах, в форме женщин, денег, положения, статуса в обществе, чтобы пытаться вас скинуть с духовного пути. Тут день я говорил, люди думают, что падение — это общение с женщинами, но нет, это далеко не так. Любая вишитсанга, падение не значит общение с женщинами, нет. Но те, кто действует как ачарьи, из-за пратишти, из-за гордости, из-за развития их ложного эго, они оскорбляют всех, что они делают, что они сделали, как Равана. И это служит причиной его падения. И это есть Йоши-санга. Кто-то может спросить, где доказательства, что тот или иной ачарья пал. Если посмотреть на их настроение, на их слова, на их действия, на то, что они пишут, и сравнить это с шастрой, то увидим огромную разницу. И это есть доказательство того, что он пал и отклонился от пути шастры. Без падения вайшнав, как Парикхит Махарадж, Амбарид Махарадж, Читисия Махарадж, Притху Махарадж, Джанак Махарадж, Прохлад Махарадж, Яду Махарадж, кто? Нет, я могу рассказать о сотнях царей, вайшнавов, царей, которые не говорят ничего подобного. Они столь могущественны, что могли победить весь мир, как Амбариш Махарадж, он повелевал семью континентами. И вот Амбариш Махарадж говорится, Саптадвипа Адхипатихи. Within Asia, some portion of Russia, within Asia, some portion of Russia, China, Japan, all this, you know, up to Balochistan. Our India was up to Balochistan. Вот Индия была раньше большая до Белуджистана, сейчас до Пакистана только осталось. Англичане перед уходом разделили. Western zone, Eastern zone up to Bangladesh border, but not that. That time our India was up to Burma, long. Rangoon, long. But now after division, Sri Lanka was under. Sri Lanka, Andaman, Nicobar Island, all important islands, all are called. Sri Lanka тоже была индийская, Бирма, Маньяма. Мадагаскар даже индийский был, много бенгальцев там жило, но потом отделилось все. И вот Амбариш Махарадж был повелителем семи континентов, всем миром. И всем миром повелевал, но все же не было у него никакой гордости, он был очень смирен. Юдхиштхир Махарадж, он тоже не говорил ничего, никаких грубых слов. Прохлад Махарадж, Джанак Махарадж, кто нет? Притху Махарадж, поскольку они вайшнавы. Вайшнав не может выражать ложного эго. Вайшнавы никогда не
выражают никакого ложного, ничего против сампрадаи не говорят, это их свидетельство. Когда человек падает с духовного пути из-за гордости, денег, власти, прочих каких-то вещей, начинает говорить какую-то ерунду о посиданту. И вот если потом взять и почитать, что такие люди пишут, можно видеть множество доказательств этому. Поскольку, потому что они не находятся в парампаре, они отклонились от нее, и мы должны помнить, Шрила Прабхупад сказал, что это не наша цель, чтобы собирать деньги и какую-то роскошь. Это не наша цель, поскольку тогда мы разовьем ложное эго и можем игнорировать чистую гуру вайшнавов. Когда мы очень богаты, горды, тут Шрила Прабхупад говорит, то тогда вы разовьете ложное эго. А когда кто-то развивает ложное эго, он может оскорбить вайшнава, как-то пренебрежительно относиться к нему, и это станет причиной его падения навсегда. И Шрила Прабхупад говорит, что будьте уверены, это не наша цель. Собирать деньги, славу и что-то еще нет. Поскольку если мы будем так делать, мы разъем ложное эго и будем игнорировать великих вайшнавов. И вот один иностранец, ученик какого-то ачарьи, не буду говорить его имени. И вот даже документ какой-то остался. И вот случайно, по своей великой удаче, он узнал адрес Шрилы Бондарева Госвами Махараджа. И вот он ходил туда каждый день и спрашивал вопросы, слушал ответы. Бондарев Госвами Махарадж его не звал, он сам пришел. Как я никого не приглашаю, все, кому надо, сами приходят. И вот он задал вопросы, был восхищен, и он понял, что принял прибежище какого-то совсем бестолкового ачарьи, и тот просто обманывал его, даже не говорил, что есть такие великие возвышенные вайшнавы. Вот он пишет, что не ожидал, что такой великие преданные парамхамсы есть, которые просто сияющие звезды относительно его гуру. Но когда его гуру узнал, тот начал поносить его, над чем свет стоит. Сказал, это тот, кто уводит меня учеников. И в таком духе говорил, не мог сказать, что тот, что сказал что-то неправильно. Он просто, Бон Махарадж отвечал ему на вопросы, а этот дьяволный гуру сказал, что тут этот Бон разрушил
разрушил, ну что-то там этих его учеников. Ну, в общем, очень грубо отозвался о нем. И вот я думаю, почему никто не возмущался этому? Поскольку вайшнав, значит, тот, кто не может потерпеть оскорбление в адрес другого вайшнава, это шастра. Бхагаватам говорится, если вайшнав видит, что кто-то оскорбляет другого вайшнава, нужно достойно ответить. И Шрила Прабхупада говорит, когда кто-то оскорбляет какого-то гуру или подлинного вайшнава, если он не может ответить должным образом, это может стать причиной его падения. И вот молчать, когда гуру вайшнава оскорбляются кем-то, это опасное оскорбление. И таково состояние. Падение не значит общение с женщинами. Можно сказать громко всем. Падение не знаю, это не значит только общение с женщинами есть. Но что других вариантов пасть? Гордость, склонность к деньгам и прочие стремления к дешевой славе. Это даже может быть причиной падения. Кто, а люди в общей массе думают, что только общение с женщинами ведет к падению, но это далеко не так. И вот те полубоги, они будут сами мешать нам бороться с нами. Никак. Новые преданные мучаются, слишком жарко, холодно. Ну, в Индии особенно. Но преданные, настоящие преданные так не думают. Они беспокоятся о другом. Полубоги будут пытаться вам всячески помешать. Могут даже организовать вашу борьбу с кем-то, с представителем какой-то майи, без всякой причины. И вот тот день, вот Махараша себе рассказывает, тут строится у нас это место, где бенгальская харикатха будет, и там соседи есть. Вот, в общем, там правительство дорогу цементирует. Вот там женщина-соседка постоянно мешает чем-то. Сейчас. И вот 3 дня назад, когда там эти рабочие пришли, чтобы зацементировать дорогу, эта женщина начала кормить с утра всех рабочих чаем с печеньем. И говорит, чтобы говорила, что надо в сторону Махараджа сделать на уменьшение высоты дороги, а в ее сторону увеличение, чтобы вся вода во время дождя вот вместо Махараджа текла. Ну, Махараджа пришел, увидели, что там происходит, что там пытаются как-то подговорить рабочих, чтобы они не прямо дорогу сделали, а с уклоном в сторону вот здания Махараджа. И тот инженер с офиса пришел, он знал меня. Пришел с этим, мирная лента. В общем, там разобрался, чтобы дорогу прямо делали, а не без уклона в чью-то сторону. Вот даже такие мелочи то приключаются. И вот когда Yashasthi Bhakti Bhagavati Akinchana
И вот полубоги сначала будут мешать, проверять нас, а когда увидят, что мы стабильны, что мы непоколебимы на пути баджана, то они будут помогать нам. И где же найти эти хорошие трансцендентные качества в невайшнавах или обычных, в обычных людях? Нет, только в вайшнавах все трансцендентные качества присутствуют. И вот Рагхунатха Дас Госвами, он Акинчана Бхакти, представитель такого Акинчана Бхакти, Рагхунатха Дас Госвами. Он вечный Паршат Гуранги Махапрабху, но все же в этой лиле он явил различную лилу, различные преграды, поскольку вот отец и мать, они, он был единственным сыном, и отец и мать не позволяли ему уйти. Когда бы Рагхунатх не хотел уйти из дома, то охранники ловили сразу или где-то по дороге и возвращали. Много раз Рагхунатх Госвами, он хотел уйти из дома, но не мог, поскольку какие-то проблемы возникали. Каждый раз отец, мать и прочие какие-то люди ловили его и возвращали домой. Он был учеником Ядунанданачарьи. Ядунанданачарья, ученик Адвайты Госвами. Рагхунатха Дас Госвами, ученик вот Ядунанданачарьи. Но кто видит богатство лотосных, такое изобилие всего у лотосных стоп Гуранги, если я смогу обрести вкус читания с лотосных стоп читания Махапрабху, кто сможет остановить меня? Никто не сможет. И вот он так ушел из дома в один день. Кто может понять славу Гуранги? Никто не сможет поймать его, но без милости гуру Нитьянанды, без милости Нитьянанды, мы не сможем обрести надежду совершать Харибаджан. И вот Рагхунатх Дас Госвами снова и снова пытался уйти из дома, но не получалось. И вот он встретился с Гурангой Махапрабху. Гуранга Махапрабху приехал в Бенгал. Рагхунатх Дас Госвами попросил отца: «Можешь ли ты позволить мне получить даршан Гуранги, да, но с моим... ну, одного я тебя не отпущу, охранник какой-то нужен тебе». И вот тот пришел, поклонился Гуранге Махапрабху и плача сказал: «О, Прабху, я хочу уйти из дома, но не могу. Меня ловят постоянно. Пожалуйста, найдите какое-то решение для меня». И вот он просит Гурангу. Ну что Гуранга сказал? Имей терпение и иди назад домой.
Не будь сумасшедшим. Те разумные люди, можно найти их все действия, не все как-то спланированные, не как-то рациональные. Но те, кто отклонился от пути Гопадпадмы, оскорбители, не обижайте никого, не критикуйте, я говорю факт. И вот, когда мы видим чистого Вайшнава, как Шридхарадхи Госвами Махараджа, всех их действия, ответы, то, что они пишут, делают, все имеет какой-то ритм, какой-то гармонии во всем. Не знаю, что, зачем, почему делают. Все находится в гармонии. Но когда кто-то падает, ну, буквально падает, имеется в виду, становится каким-то демоном, говорит какую-то ересь против сампрада и всего вайшнавского. В этом случае можно увидеть суждения, писания таких людей, и то, что они говорят и думают, все неправильно, нельзя найти никакой гармонии там. Что говорят, почему говорят, какова причина, не могут понять. И вот Рагхунатдас Госвами, он получил наставление от Махапрабху вернуться назад домой. Не будь сумасшедшим. Пытайся, живи как все в общем. И постепенно, постепенно по милости Бхагавана, кто-то может пересечь этот материальный океан. Бхавасинду значит материальный океан. И когда мы встречаемся с чистыми Гуру Вайшнавами, мы не находимся в материальном океане. И вот Рагхунатдас Госвами, Махапрабху дал ему совет, иди назад домой. И так постепенно, и вот он сказал, не так все просто, не нужно показывать людям свое отречение, как обезьяна. Обезьяны внешне вроде отречены, они как саду. Ведут тебя как саду, внешне стоит кому-то. Пройти мимо с какими-то фруктами или еще с какой-то едой, обезьяны сразу набрасываются и отнимают все, что можно. Хотя бы они до этого сидели, медитировали, делали весомо, все равно. Ну и так сюда какую-то еду, если кто-то несет, они часто нападают. Хотя внешне даже не подумаю, сидят как отреченные, никуда не смотрят. Ну, по сторонам смотрят, как по сути медитируют на то, чтобы кого-то ограбить. Вот я видел человек денег. Ну,
Вот человек пошел в банкомат, снял денег, положил в кошелек, тут обезьяна прыгает, забирает кошелек с деньгами, ну и телефон еще заодно, и прыгает там куда-то на крышу, где потом искать. Раньше очки только воровали, сейчас ценные вещи тоже воруют. И вот поэтому Махапрабху говорит, что не нужно показывать всем свое отречение, как обезьяна. Лучше живи обычной жизнью. Но внутри своего сердца мы должны практиковать отречение, а снаружи можно жить как обычный человек. То есть нужно различать, что такое подлинное вайрагья, подлинное отречение, юкта вайрагья, если ради Кришна Сева, ради Гуранга Сева. Если нам нужно носить хорошую одежду, то это тоже можно считать это отречением. Если мы ради Кришны вот одеваем какую-то красивую, хорошую одежду, то это Кришна сева в каком-то смысле. Ну, дома можно ходить там, в минимуме одежды, ну, поскольку жарко. И вот что такое юкта вайрагья, когда на людях мы должны выглядеть соответственно. Но почему Махапрабху хотел отправить его назад домой? Могу принять его. Запросто он, Верховный Господь, мог просто взять и принять его, но нет, Махапрабху не принял, поскольку без одобрения Нитянанды он не смог этого сделать. Без одобрения Нитянанды Гуранга не мог принять его. И поэтому Махапрабху, он может видеть все, что вскоре Нитянанда придет и благословит его, и он вернется ко мне не перед этим. Махапрабху не может нарушить какие-то правила и предписания, поскольку Махапрабху выражает почтение тому, кто уже получил милость Шри Гуру. И действительно так. Нитянанда Прабху, он организовал санкиртану в Панихате, в Рагхабаване. И Рагхунатдас Госвами, после того, как он узнал, он опять просит прощения от своей матери. Пожалуйста, разрешите мне, я хочу пойти туда, да. Все мои тем. И когда вернулись, они пришли к Панихате, Махапрабху был там, на берегу Ганги. И вот он сидел вот так вот. И все его спутники, они были вокруг. И кто-то сказал Нитянанде. Нитянанда знает все, но кто скажет? Это подобно драме о Прабху. Рагхунат пришел. Кто-то сказал, Нитянанда уже знал, что Рагхунат сегодня придет. Он все знает. Иначе первый шлока Бхагаватам, что говорит, вот такие слова. Савиги Сарата, Савиги, значит, Савиги тот, кто знает все, все знающие. Тот, кто знает, что все происходит во всех мирах одновременно,
Бхагаван, он знает все. И вот Бхагавану не нужно что-то рассказывать, он и так все знает. Савига значит, он знает все, сарат. Он не находится под чьим-то контролем. И этот Гуранга Махапрабху, он отправил его назад, поскольку ему нужно одобрение Нитянанды. Без одобрения Гуру Бхагаван не может принять меня. Без одобрения Гуру Бхагаван не может принять Друва Махараджа, и поэтому он сказал: «О, Нарад, пожалуйста, иди, иди в Мадхуван. В Мадхуване там сын Утанпада совершает баджану. Он очень мал, ему всего лишь 5 лет. Иди, помоги ему. Он хочет обрести мои лотосные стопы, но не могу туда пойти, пока гуру не поможет ему». И тогда это возможно, и тогда Нарада отправил Кришну в Мадхуван. И Нарада дал ему посвящение, кратко говорю. И без одобрения Гуру Бхагаван не может принять меня. Может, какие-то преданные по рождению. Это особая сиддханта. Может быть, какие-то преданные по рождению проявляют преданность. Это значит, они уже получили дикшу в предыдущей жизни. Они уже получили дикшу в предыдущей жизни. И поэтому такое изысканное бхакти, такое возвышенное бхакти, но все же он получает дикшу снова, поскольку не хочет нарушать правила. Люди будут критиковать его, если он будет нарушать. И вот Рагунат Дас Гусай встретился с Нитянандой Прабху. И Нитянанда Прабху ему сказал, ли преданный, что Рагунат пришел, о Прабху. И Нитянанда очень обрадовался. О, ты, кто не пришел ко мне, живешь где-то вдалеке от меня, и сейчас ты находишься под моим контролем. Сейчас я накажу тебя. И вот ты подобен вору. Ты, что это значит, что без одобрения ты хочешь обрести Кришна Бхакти? Почему Нитянанда сказал так? Поскольку Нитянанда хорошо знает, что он преданный. И Нитянанда сказал, что ты тот, кто без одобрения Гуру хочешь обрести Кришна Бхакти, так ты подобен Богу. Это нехорошо, я накажу тебя, и ты сейчас находишься в зоне моего действия. Мой Гурупад Падма много раз говорил об этом. Ну, Гагава хотел наказать меня за то, что далеко где-то находился. В то время я не понимал, почему Гуру Махарадж смеялся и говорил так. Потом, спустя годы, я понял, и вот Рагунат пришел, поклонился. Нитянанда Прабху поместил свои лотосные стопы на его голову. И вот в этом киртане говорится: «Нитай Падакамала, Коти Чандра Сушитала, Джачая, Джагата Джарая». Лотосные стопы Нитянанды, они могут произвести большее cool
они могут охладить нас, освежить лучше, чем десятки миллионов лун. И вот Нитянанда поместил свои лотосные стопы на Рагунатха и сказал, что накажет его, и какое наказание, что ты должен... что ты должен накормить всех преданных здесь. Рагунатха Госвами был очень доволен этим наказанием. И вот он организовал вот этот чира, вот этот чира дальхиуцев. Рагунатха отправил людей с различных деревнях. И вот они. И вот в таких больших глиняных горшках смешали чиру, плющенный рис, йогурт, фрукты, смешали и раздали всем преданным. И вот Нитянанда еще оставил какой-то горшок для Гуранги, положил тулас и предложил Гуранги, сказал Махапрабху: приходите. Рагунатх организовал праздник и просад для вас. И Махапрабху с Пури, с Нилачала, вот так он призвал его. И Махапрабху явился там, сел на асане. И хотя Гурангу никто не видел, все думали, с кем же разговаривать Нитянанда. Он говорил с Гуру Хари, который пришел, чтобы принять просад. И вот Нитянанда взял, предложил это все Гуранги, Гуранга начал есть с каждого горшка. Он предложил немного вот этого чичири с йогуртом Гуранги, но никто не видел Гуранга. Он в тонком теле, видимо, явился, и потом пришел Рагав Пандит и засмеялся. Я готовлю для тебя, а ты ешь здесь. Ты знаешь, я готовлю для тебя там. А ты пришел сюда есть, что же тоже делать? И Нитянанда сказал: не волнуйся, тут случайно это весь просад организовался, поэтому не переживай. Поэтому не волнуйся, твой просад я вечером съем. Поскольку Рагав Пандит, он всегда хорошо готовил для него. Рагав Пандит, его сестра Дамаянти. И вот Дамаянти много готовила для Гуранги весь год.
и перед Радха-ятрой, перед Читармасе, когда преданные у езжали, они она готовила какие-то эти соленья. То есть Дамаянти, она весь год готовила какие-то закрутки, ну, какие-то долгохранящиеся вещи. Все это потом упаковали и преданным, которые шли в Пури, она передавала, чтобы это все передали Махапрабху. И вот так это несли до Пури и передавали. И сейчас такое правило тоже есть. И вот таким образом Рагхунат Дас Гасай начал плакать перед Нитянанда Гасаем. Гасай, я. У меня и вот Рагхунат плакал перед Нитянандой. У меня огромное влечение, огромное желание обрести лотосные стопы Нитянанды, но я не могу. Всегда что-то случается. Пожалуйста, помоги мне. И Нитянанда благословил его. Сейчас не будет никаких проблем. Если ты вернешься домой, в течение короткого времени ты получишь возможность уйти из дома. Нитянанда благословил его. Возвращайся домой, в течение короткого времени ты получишь золотую возможность уйти из дома. И если ты отправишься в Пури, Махапрабху предсказал все, что за служение он обретет, кто научит его всему и прочее. Если ты отправишься в Пурушоттаму, Махапрабху может предложить тебя лотосным стопам Сварупа Гасая, Сварупа. Нитянанда говорит, если ты отправишься в Пури, Махапрабху предложит тебя лотосным стопам Сварупа. И очень кратко ты обретешь служение, близкое служение Махапрабху. И вот отсюда Махапрабху, а Нитянанда предсказал, что то ты получишь близкое служение Махапрабху. И когда Рагхунат вернулся домой по указанию Гуранги, он явил себя как обычный человек, ел, ну, в общем, делал все на показ, как обычный человек, ну, как пытался вести себя как обычный человек. И вот родители были рады, то, что хоть вкус к еде почувствовал, то как бы вел себя как бы больной какой-то. И вот даже спать с женой начал напоказ. Но что дальше случилось? И в итоге Рагхунат Дас Гасай
вот такая, такая жара была летом. Ну, родители как бы контроль ослабили, увидели, что он стал нормальным человеком. В общем, да, спать на, пошел спать на балкон, поскольку жарко в помещении снять, спать. И вот все эти охранники спали. Тем временем его гуру Йодунанданачарья пришел, спросили, ты, да, этот брахман был занят Бхагавадсеве, но этот брахман не пошел туда, вот проблемы никого нету, кто может этим заниматься. Я пришел сюда, чтобы попросить этого брахмана пойти туда, он не идет. И Рагунат сказал: «О, Гурудев, идите, давайте, я все сделаю, идите назад. Я этого брахмана к вам пошлю, что правда, да». Ну, хорошо. И вот Йодунанданачарья ушел. И это был такой зеленый свет буквально. И Рагунат пошел, побежал до сня. Настолько быстро, как какой-то олимпийский бегун. И вот он так быстро бежал, и в итоге за 11 дней добежал до Пури. Это далеко очень. Ну, недалеко видно было, 600 километров, 60 километров в день проходил, пробегал. В то время еще дороги были не столь просты, как сейчас. Это сейчас можно идти по дороге просто, а в то время дорог как таковых не было, и еще были далеко не прямые. В общем, за 11 дней он до Пури дошел, добежал. И тут из этих 11 дней, 3 дня пил молоко, какие-то молочники его угостили. И сыром какого-то дали. С утра родители проснулись, где же Рагунат? Как, где? Он вроде нормальный был. Сумасшествие ушло. И сейчас он пропал. Все, пропал, ушел. И тогда мать начала плакать, кататься по земле, о, мой сын ушел. Мать сказала, поэтому я сказал, что нужно, надо было его привязать цепями, все, что не послушался. И отец сказал, ты глупа, почему? У него такая прекрасная жена, подобно Апсаре. Подобно ангелу. Это разве не привязанность? У нас такой богатый дом, столько богатств, разве это не привязанность? Если даже это не смогло его привязать к дому, то что толку от какой-то цепи? Отец говорит, смотри, у него какая прекрасная жена, какой богатый дом. Разве это не, это привязывать еще хуже, чем какая-то цепь, мы богаты, как полубоги, разве это не могло бы привязать его, если ему даже это неинтересно в жизни, то что толку его привязывать какими-то цепями? И вот эта Сиддханта здесь произнесена. Отец Рагунатха Даса Гасая сказал,
тот, кто вдохновлен до глубины души, буквально сходит с ума от лотосных стоп того Гуранги. Никакая привязанность не может его оставить, никакая, ничто не может остановить его. И вот отец Рагхунатха Дас Гасая сказал такие слова, жена подобной Апсаре. Богатство, подобное богатство Индри, если ничего из этого его не держит, то что же его еще остановит, что толку привязывать его цепями? И вот старший брат его отца послал каких-то людей, чтобы пошли, поймали его и вернули. И вот они бежали, бежали, встретился с какими-то гаудиями. Они шли встретиться с Гурангой Махапрабху каждую четвермасью под руководством Шивананда Сены. Адвайта Гасай там был, и тоже, и вот они побежали, встретились с ними и попросили Рагхунатха. Вот письмо, написанное отцом. В общем, там написано отцом брата, что вот письмо, что если Рагхунатха вам попадется, нужно домой отправить. Но Шивананда сказал, нет. Где ваш сын? Нет его. Не было его тут, мы не видели. Как бы ушел из дома, но да, но смотрите, нет его нигде. Вот все наши те люди, а Рагхунатха нету. И вот они вернулись назад, сказали, что отцу, что Рагхунатха нету. Пропал. Не видели, никто не знает. Встретились вот с этими последователями Махапрабху, но не было. Но Рагхунат был достаточно хитер. Если он подумал, что если пойдет по главной дороге, то его поймают. Поэтому лучше идти какими-то лесными деревенскими тропами. Главная дорога, по которой все идут, там легко его найти было, но если какими-то тропами неизвестными идти, то вероятность быть пойманным гораздо меньше. И вот он достиг Пури. И вот это мы должны помнить эту Сиддханту, что Нитьянанда Прабху сказал. Так и стало. Все проявилось в жизни Рагхунатха. И вот, видя Гуранга Махапрабху, видя Рагхунатха, и сказал Говинде, о Говинда, много дней он постится, позаботься о нем. И Говинда, он отдавал ему остатки пищи Гуранги. Говинда
И вот было указание, чтобы Говинда отдавал вот остатки пищи Махапрабху и ему. И вот так он где-то за недельку, дней 10 восстановился. И что сказал Нитьянанда, так и произошло. Нитьянанда сказал: «Махапрабху предложит тебя лотосным стопам Сварупгоса», и так и произошло. Он дал ему служение, и в итоге, что Нитьянанда Прабху сказал, так и все сбылось. Гуранга дал ему такой маленький шилограмм ему в руки, служи ему. И гунджамала, особую малу, две вещи. И вот дав эту Говардхан силу, Махапрабху дал Кришну Рагунатху. И дав эту гунджамалу, он дал Радхарани ему. Смотрите, даже во сне мы не можем понять. Я никогда не могу забыть. Никогда милость Нитьянанды Баларама. Я седина в Ясасане, то, что я видел, то, что я обрел, я не могу об этом рассказать. Это невыразимо, это все по его милости. И также особая сева, данная моему Гуру Махараджу Баладалджи Мандире. Гуру Махарадж дал мне особую мантру и наставление: «О мой сын, поверь мне, служи Баладеву». То, что ты можешь обрести с этим служением, ты не можешь представить. В то время все собаки ушли, что-то обокрали храм заодно. Куда-то уехали какие-то люди с Бангладеша. Никого не было, все были в замешательстве, кто будет поклоняться. Я говорю: «Харикатху», какое-то служение совершал. И вот преданные все попросили меня поклоняться. Я сказал: «Не могу следовать вашим наставлениям. Если Гуру Махарадж скажет, тогда начну поклоняться». И вот они позвонили Гуру Махараджу. Гуру Махарадж в пожилом возрасте уже был, и он поговорил со мной и сказал: «Мой сын, я даю тебе наставление, поклоняйся ему». Я спросил: «Какой же мантрой ему поклоняться? Вы никакой мантры мне не дали, с помощью которой я могу поклоняться Балараму». Гурудев сказал: «Я дам тебе мантру». И вот он сказал, что даст мне мантру, особую мантру. Гуру Махарадж сказал так и дал мне эту мантру, Далджи мантру, и сказал, чтобы ей я поклонялся. И в тот день я встретился с Гуру Падпадмой, в тот самый день. Я вот спал на берегу Ганги, ну, в то время еще хорошая погода была, ничего не застроено тут, это время было. И вот с утра, ну, в этот же день, я пошел в Чайтанья Махапрабху, пришел к Гуру Махараджу и встретился. Ну, вот в этот день самый, ну, сегодня это годовщина, когда Бхаджима встретился с Гурудевом. И вот Дадхи Чира Утсав сегодня. И вот сегодня Дойчира Утсав, главное в этом, это милость Нитьянанды.